Библейский портал экзегет.ру представляет. Девятая глава книги Исфирь, читаю в своем переводе для библейского портала «Экзегет» с небольшими комментариями. Ну вот, история движется к развязке. Собственно говоря, в девятой главе эта развязка и произойдет. Хаман, противник иудеев и враг Мордыхая, который хотел перебить иудеев, уже погиб. Его казнили по приказу царя. А, соответственно, Мордыхай пишет письмо, это мы уже в прошлой главе читали, с повелением царским от имени царя иудеям отомстить своим врагам. Ну вот, довольно такая печальная девятая глава. Не хочется обычно такие главы читать, но что делать, она в книге есть. На 13-й день 12-го месяца, это месяц Адар, когда настала пора исполнить повеление царя и его указ, когда враги надеялись одолеть иудеев, вышло наоборот, иудеи одолели своих врагов. Иудеи собрались в своих городах по всем областям царства Артаксеркса, чтобы поднять руку на тех, кто желал им зла. Никто не устоял перед ними, потому что ужас напал на все народы. И все областные правители, сатрапы, наместники и подручные царя поддержали иудеев, потому что напал на них ужас перед Мордыхаем. Напомню, что сатрап – это не ругательство, а название должности. Просто так они правили, что название их должности стало со временем обозначением такого вот жестокого и самовластного правителя. Велик был Мордыхай при царском дворе, и слава его разошлась по всем областям, и величие этого человека Мордыхая все возрастало. Ну, а дальше подробности. Иудеи сразили своих врагов мечом, перебили, погубили, поступили, как захотели, с теми, кто ненавидел их. И в укрепленном городе Сузы, соответственно, в котором разворачивалось действие, все книги, и это одна из столиц Персидской империи, иудеи перебили и погубили 500 человек. Среди них были Паршандата, Далфон, Аспата, Пурата, Адалья, Аридата, Пармашта, Арисая, Арида и Вайзата, 10 сыновей Хамана, сына Хаммедата, гонителя иудеев, того самого, который, собственно, умышлял вывести под корень сам народ иудейский. Их иудеи убили, но грабить их имущество не стали. В тот же день о числе убитых в укрепленном городе Сузы известили царя. Ну, персидское царство, оно такое административно прочное, поэтому царь, по сути дела, устраняется от всех этих решений. И вообще эта книга, она о многих вещах, но в том числе о том, что царская власть, она часто довольно жестока и бессмысленна. Царь сказал царице Исфирь: «В укрепленном городе Сузы иудеи перебили и погубили 500 человек, в том числе 10 сыновей Хамана. А что же сделали в остальных областях царства? Чего ты просишь, дам тебе. Ты скажи, чего еще желаешь, и будет исполнено». Но убивать проще, да, чем созидать, поэтому тут никаких проблем не будет. Исфирь отвечала: «Если царю угодно, пусть и завтра будет дозволено иудеям, которые в Сузах, исполнять сегодняшний указ, а тела 10 сыновей Хамана пусть повесят на столбе». Напомню, что тело самого Хамана повесили на столбе перед его домом, который он приготовил для Мордыхая. Да, это жестокое время. Да, защита от врагов понимается прежде всего как превентивный удар, как убийство самих врагов. Причем про сыновей Хамана мы ничего не знаем. Они были сами за, против, или просто по родственной связи их уничтожили. Так и повелел царь поступить. Был дан в Сузах особый указ, а тела сыновей Хамана повесили. Так что иудеи, которые были в Сузах, собирались и в 14-й день месяца Адара и перебили в Сузах еще 300 человек, но имущество их не коснулись. Это повторяется отдельно, то есть имеется в виду, что все-таки целью были не грабежи. Что, ну вот, где та грань, где самозащита переходит в агрессию? Любой агрессор всегда говорит, что он только защищается, правда? И в быту так бывает, и мировые войны так начинают. Вот. И здесь эту грань проводят по принципу корысти. Да, то есть Хаман с самого начала предлагает отвесить царю огромную сумму денег в казну, чтобы тот дал позволение перебить иудеев. Это выгодное дело убивать. А иудеи, убивая своих врагов, их имущество не берут. То есть они убивают их не для того, чтобы пограбить, а для того, чтобы защититься. Наверное, сегодня мы проводим эту грань иначе. Вот сегодня в судах, например, очень сложный вопрос – предел необходимой самообороны. Человек, отбиваясь, убил другого. Мог ли он убивать, или он мог, допустим, как-то иначе обезвредить нападающего, да? Вот в судах разбирается, и таких однозначных решений мало, да, всегда это вопрос сложный. Но в древности, судя по всему, эта грань была гораздо дальше, чем сегодня, да, то есть можно было гораздо больше.
И автор книги «Эсфирь» ничуть не жалеет ни сыновей Хамана, возможно, плохие люди, но он ничего об этом не говорит, ни тем более тех 300 человек, которых убили по особому списку царицы Эсфирь. Да? Ну, она не составляла список, ладно, это я не прав, но по тому дозволению, которое она выпросила. Вот понятно, что разудись, рука, размахнись, плечо, уже тут одним днем не обошлись, да? Вот такая история. И интересно, что Библия подобные вещи описывает без какого-то стеснения. Вот. Очень часто всякая такая религиозная литература, она рассказывает нам о хороших людях, которые победили плохих. Ну, хорошие прям такие хорошие. А вот здесь вот не так. Да? Вот здесь они обычные люди. Просто они за себя постояли. И немножечко... Ну, с нашей точки зрения, перегнули палку. Поэтому книга «Эсфирь» всегда как бы под подозрением у христиан. Вот вроде там псалма на реках Вавилонских, где тоже в конце говорится об истреблении младенцев. Вот как-то не очень хочется ее читать, но она есть в Библии, никуда не денешься, в библейском каноне, в частности. Остальные иудеи по всем областям царства тоже собрались и постояли за своей жизнью, чтобы обезопасить себя от врагов. Они убили 75 тысяч своих ненавистников, но грабить их имущество не стали, вновь это подчеркивается. Это было в 13-й день месяца Адара, а в 14-й день они устроили праздник. Это был день радостного пира. А те иудеи, которые были в Сузах, собирались против врагов в 13-й и в 14-й день, а праздновали в 15-й день, устроив радостный пир. Поэтому иудеи, живущие в селах, в неогороженных поселениях, устраивают радостный пир и празднование в 14-й день месяца Адара, и каждый угощает соседа. А здесь, на самом деле, описано возникновение праздника Пурим, который до сих пор в иудаизме отмечается. Обо всем этом Мордехай написал в письме и разослал его всем иудеям по ближним и дальним областям царства Атаксеркса. Он утвердил ежегодное празднование в 14-й день месяца Адара и в 15-й его день. Именно в эти дни иудеи обезопасили себя от врагов. В этом месяце печаль у них обернулась радостью, а скорбный день праздничным. Было теперь у них в эти дни радостному, быть теперь у них в эти дни радостному пиру, и пусть угощает каждый соседа и одаривает бедняка. Так и возник этот обычай у иудеев, когда Мордехай им об этом написал, да и сами они начали так поступать. Итак, Хаман, сын Хамедата, вот еще раз, да, подводится итог, из рода Агага, гонитель иудеев замыслил всех иудеев погубить и бросал о том пур, то есть жребий, персидское слово. Когда именно на них напасть и погубить? Напомню, что, собственно, это обычай многих восточных стран. Перед началом большого предприятия определяется благоприятный день. До сих пор гороскопы вот тем же самым занимаются в нашем мире. Ну, а тогда в основном с помощью жребия, и выпал именно этот день. Но когда Эсфирь пришла к царю, он издал новый указ и обратил зло, которое Хаман умышлял против иудеев, на его собственную голову. Его вместе с сыновьями повесили на столбе. Поэтому и называются эти дни Пурим от слова «пур». Пурим – это множественное число от «пур» на еврейском языке. Потому что было сказано в том письме, и потому что они сами увидели, что случилось с ними, иудеи установили непреложные обычаи для себя самих, своих потомков и всех, кто к ним присоединится, ежегодно отмечать эти два дня в свое время, как и записано. Теперь они отмечают эти памятные дни из поколения в поколение, из рода в род, во всякой области и во всяком городе. Эти дни Пурима не изгладятся из памяти иудеев, не забудут о них их потомки. А зачем так подробно описывать праздник? А вот смотрите, мне кажется, что, несмотря на все жестокости этой главы, она в основном не про это. Она в основном не про то, как лихо мы расправились с врагами. Опять-таки, ну, у любых, наверное, людей, у любого народа, государства, сообщества есть такие памятные дни, когда вот мы победили врагов, да, там взяли их столицу, взяли их в плен или перебили большое их число. Но здесь подчеркивается, что это все не было, собственно, военной победой. Вот о чем вообще эта книга? Смотрите, ведь пишет «Иудеи для иудеев». Он говорит, вот вообще-то мы были обречены на смерть и гибель, но нашлась одна такая умная и хитрая женщина, Эсфирь, спасла нас. Я напомню, что в книге Эсфирь не упоминается Бог, и как раз в еврейском ее тексте не упоминается, в греческий добавили, и есть молитва долгая и подробная, но даже вот в еврейском тексте не нужно лишний раз произносить это слово «Бог», потому что подразумевается его роль во всем этом. И, по сути, эта книга о хрупкости человеческой жизни, о хрупкости вот этого земного благополучия, о том, что все в любой момент может завершиться.
и о том, как женщина, слабая женщина. Я говорил в самом начале первой главы, что для феминистов эта книга очень... феминисток, простите, скорее, очень не подходит. Да? В ней описано такое патриархальное общество, но одновременно она очень для них подходит, потому что это история о том, как женщина побеждает мужчин. Но по-своему, по-женски, не с мечом на поле брани. Книга Юдив, кстати, есть в Библии, которая с мечом рисует женщину-победительницу. А здесь она исключительно по-женски, вот как-то очень по-домашнему устраивает спасение своего народа. И об этом нужно помнить. Это то, что должно постоянно присутствовать в жизни иудейской общины. Да, что мы в очередной раз были на грани гибели, но нас спас Бог, и нас спасла прежде всего вот эта женщина, которая ничего, казалось бы, героического не делала, а просто, ну вот по-своему как-то очень умно поступила. Царица Эсфирь, дочь Авихаила, вместе с Мордыхаем утвердила и второе послание о Пуриме. Оно было послано ко всем иудеям, по всем 127 областям царства Артаксеркса с пожеланиями прочного мира. Так были установлены эти дни Пурима в свой срок по предписанию иудея Мордыхая и царицы Эсфири и по решению самих иудеев для своего потомства после дней поста и плача. Так повеление Эсфири подтвердило все, что касается Пурима, как и записано в книге. И смотрите, даже царица Эсфирь оказывается своего рода законодательницей. Да? Она устанавливает обычаи празднования. То есть у женщины есть свое место очень серьезное. В патриархальном обществе, где все решает мужчина, тем не менее, вот в этой книге описано, что мужчина – это голова, а женщина – шея. То есть куда шея повернет, туда и голова смотрит. Вот есть в этом какая-то тонкая ирония, начиная с гиперпатриархального общества. Книга подводит нас к такому торжеству женского начала. И причем не в том, чтобы там добиваться политических прав, свобод, какого-то равенства. Нет, до этого еще очень, очень далеко. А в том, чтобы действовать по-своему, но действовать, как тут было описано, с постом, а значит, и с молитвой, и действовать в соответствии с божественным замыслом об этом мире.